Первый выезд мой. Ну, на работу. Едем на рыбалку. Машина работает, как трактор, блин. Так, ну что, дядь Слав? Да нет, ты там его не пробьешь. Не видать. Не видать, конечно, ты заманил меня сюда. Лед тает на реке. Ну, дядь Слав, сейчас. Это ты давай сети вытаскивай свои. А то как не кидает фотки, так там, блин, мешками рыба. И все на удочку. Думает, я это, первый день на рыбалке. Щука отошла отсюда. Ну ладно, сейчас буду жерлицы ставить. Так, ну что, первый пошел. Карась можно, в принципе, не рыбачить. Прям сковородку ставить и жарить. Ладно, опа. Сейчас посмотрим, что тут. Сосед. Какие тут щуки. То щуки, щуки. Поглядим, какие щуки. Промоина, река, тает лед. Прям рядом, блин. Ну, конечно, жесть вообще полная. Сосед порыбачить притащил. Возле дома. 300 метров река. Да. Первый удар уже был. Прям в руке ударил. Вот они, горбачи. Окуня здоровый. Отошел уже, да? Вот он. Ну, это, и вон здесь стоит. Да, 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 да. Тоже вот большой. Там, три, сколько? Четыре штуки еще. Там четыре, надо сюда. Пять, вот повыше. Все, просто это. Да главное, большие их окунят, угу. Смотри, какие. Ни хрена себе. Ладно. А, и вот он. Вот он, бля, вот они. Лапти, смотри, на. Так, все, Слав, подожди, я пошел за удочкой. Во, карась. Здоровый стоит. И не один. Да, это вот они. Караси, да, похоже. Ну, обалдеть вообще. Да главное большие. Смехуй здоровый, ни хрена себе. Вот, они прям вообще тут, вот, блин. Вот он. Так, ну что, надо приходить сюда, как-то его ловить же. Что, блин, ушла, да? Ну вот тут, да, он рядышком, вот он стоит еще, лобаса смотрит. Вот, вот, еще один заходит, вот он. Да, хорошие, большие. Большие. Таких на тонкую леску там нашу не вытащишь. Смотри, какие, нифига тут. Конечно. Это, да, это карп. Поросеночек. Или карпы, или, блин, сазаны. Двое боятся. Хрен. Тем более ветки везде. Ничего не боятся. Вот он. Ага. На него два стоят. Там рядом. Обалдеть. Река расширяется. Мы сидим. Ждем сазанов, карпов. Пока не провалимся, наверное, так и будем сидеть. Вячеслав, пару слов о сегодняшней рыбалке. Да рыбалка обалденная. Отдыхай, отдыхай, да? Или сазан, или что здесь? Да. Это сазан, наверное, Слав. Ни хрена бандура. И вот там еще, видишь? Нет, больше нет. Вот он. А, ну, а вот он. Вот еще один. Он хвостом развернулся. Вот это да. И вон он стоит. Вот он, вон, видишь? Офигеть. Вот он, да. Угу. Да. Два. Большие, здоровые. Это еще больше, наверное. Ну, так это, подожди, это вообще... А, три, вот, смотри, блин. Вот он еще один. Ни хрена. Да, главное, огромные такие. Да. Ужас. Так, Вячеслав. О, короче, вот он. Одна нервотрепка. Нормально, рыбалка идет. Ну вот, первый зимний карась. Такой хороший.
почти сапог крупный. Приехали жерлицы. Ой, сладче, сейчас тут надо будет скатываться. Проверять. Ёшкина мать. Приехали. Точно приехали. Ой, блин. Ногу отбил. Ой, блядь. Господи. Вот нахера мне не нужно, а? Ой, блядь. Что-то лед трещит. Интересно, жерлицы остались, нет? А их нет, Слав. Не-не, вон он стоит. Ой. Так. Ладно, вот он, вода. Господи, хоть бы не утонуть, а. Эти я сам снял. Пойдем с тех дальних начнем. Чё? Чуяло сердце, что надо было в 5 утра ехать на проверку. Чуяло сердце рыбака. Да. Отбил колено вообще, блин. Просто капитально. О, водичка. Стоят, как мертвые. Тут щуки нет, Слав. Тут щуки нет. Покоя никакого нет. Сосед отдыха не дает. Надо было камеру взять тебе, поглядеть. А-а-а. Все стоят, Славик. Так, вот эту не стоит. Кажется, стоит. Подожди, а это раз, два, а вон еще же одна. Все стоят. Хотелось рыбу поймать. Самое вот главное слово все-таки попало в кадр. Так, ладно, все. Съем жерлиц закончился. Щук нету. Щуки есть, не хотят просто клевать. Сейчас отпустим всех мучеников.